Приветствую вас. Как ни странно, что вызывает у меня вопрос, основной вопрос, то, что у меня вызывает, это как связано то, что происходит в вашей, скажем так, профессиональной жизни. Вот. Как связано с тем, что вы ходите в церковь. То есть я ничего против церкви не имею, да. Вот. Если вы верующий человек, хочет туда, все хорошо, но как это связано с тем, что вас ущемляет начальник? И вы получаете, как я понял, меньше зарплату, чем другие. То есть как с этим связана церковь? Мне кажется, что вот это вот, вот ключевой момент, да, это то чувство, то чувство, те, может быть, мысли, которые вами движут, когда вы выбираете идти в церковь, как, ну, как реакция на то, что вас ущемляет начальник. Вот что мне кажется здесь важно. То есть, что такое поход в церковь? Это, по сути, ну, смирение. По сути, смирение. Если я вот правильно вас понимаю, это смирение, это именно вопрос, касающийся попытки смириться с тем, что происходит. Вот. Но не всегда, как мне кажется, смирение может помочь, и не всегда, как мне кажется, смирение должно быть. То есть, ну, мне кажется, что смирение, ну, условно говоря, не все проблемы способны решить смирением. Потому что, например, вы можете перекладывать, сами того не замечая, ответственность за эту ситуацию на Бога. Или наверх. Вот. Идея здесь заключается в том, что вы выбираете такой способ работы с проблемой, и, может быть, этот способ не является плохим. Он, скорее всего, не является плохим в глобальном смысле слова. Вот. Но момент в том, что вы выбираете только этот способ. Хотя, по факту, есть еще способы. По факту, есть еще способы. Например, способ обратиться в профсоюз. Например, способ обратиться к тому, насколько вы, например, цените себя. То есть, ну, вот, посмотреть так, а насколько я ценю себя, насколько я ценю себя, например, как сотрудника, допустим. Вот, и ценю ли я себя как сотрудника. Потому что мне, например, кажется, что то, что делает начальник, это отражение в некоторой степени
того, как вы относитесь к себе. Это отражение в некоторой степени того, как негативно, к сожалению, вы относитесь к себе. Это следствие вашей заниженной самооценки, это следствие того, что вы в глубине души, вероятно, считаете, что платят вам недослуженно, это следствие того, что в глубине души вам кажется, что вы недостойны. Вот, это такая мысль, что ну, то, как вам относятся, вот, так и должно быть, по сути. Понимаете? То есть вы позволяете себя ущемлять. Почему-то. И мне кажется, что умение отстаивать свои интересы, вытекающее прямо из безусловного принятия себя, из любви к себе, крайне необходимо здесь. Но у вас этого, как мне кажется, нет. И, соответственно, вы пытаетесь получить некоторое замещение в церкви, вот, и это может быть хорошо. Но, обращаясь в, например, церковь, вы, мне кажется, не двигаетесь никуда больше. Ну, просто вот, никуда больше вы не двигаетесь, мне кажется. А двигаться нужно. Я имею в виду, нужно делать что-то еще, потому что, ну, например, если вы, верующий человек, то, наверное, вы знаете, что Бог помогает тем, кто что-то делает, и, напротив, не помогает тем, кто не делает ничего. Потому что мало только просить решения проблем. Нужно делать что-то еще для, значит, ну, того, значит, чтобы свою жизнь улучшить сейчас, по крайней мере. Вот это то, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Да? Вот. Поэтому, как бы история здесь, она достаточно, с одной стороны, простая, потому что ее образование, понятно, с одной стороны, с другой стороны, сложно, потому что, неизвестно, как вы относитесь к ну, вот, к себе, да, неизвестно, как вы относитесь к своей ценности, неизвестно, как вы относитесь к другим людям и так далее. Вот, и на что вы настроены, тоже не очень понятно. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что вот
Все зависит от того, у кого вы спрашиваете, иными словами. То есть, если вы спрашиваете у психолога, если вы спрашиваете у психолога, то нужно работать с, как это сказать, нужно работать с формированием своей ценности. Вот я бы так, наверное, это выразил. И уже вследствие этого позволит вам действовать дальше, ну, в дальнейшем. Вот. На мой взгляд. Такая вот история. Такой вот момент. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. То, что я могу вам ответить. Вот, пожалуй, все, наверное, с этой позиции, точки зрения. Вот. Если вы с этим разберетесь, да? Если вы с этим разберетесь, то есть, ну, то есть будете чувствовать, например, себя ценной или ценностной, как угодно это называйте, вот тогда ситуация начнет исправляться. Но у этого будет своя цена определенная. И вам нужно прочувствовать, готовы ли вы эту цену заплатить, готовы ли вы на эту цену в принципе. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.